Родители, я думаю, они являются тоже теперь уже красноярцами, дорогие друзья. У нас сегодня действительно очень хороший, особый, по-своему исторический день. Мы даем старт строительству давно уже задуманного Высокогорского моста. Когда-то здесь, недалеко от села Высокогорского, проходил старый Климовский тракт. Именно здесь мужественные, целеустремленные люди ставили переправы через нашу реку, наш могучий Енисей, и шли за удрейским золотом. Сегодня Красноярский край является признанным лидером золотодобычи. И основное наше золото там, за рекой, в Северо-Енисейском районе. Именно в этой группе районов находятся наши очень значимые предприятия горнорудной промышленности. Там большие интересы у лесников. И сегодня именно этот регион Красноярского края обладает мощнейшим инвестиционным потенциалом. По самым скромным подсчетам, в ближайшие годы здесь в качестве инвестиций будет вложено порядка 180 миллиардов рублей, а это означает более 20 тысяч рабочих мест и серьезный прирост налогового потенциала. Но самое главное, что там живут наши люди. Их больше 13 тысяч, и строительство этого моста сделает для них и Красноярск, и, как принято говорить, большую землю, ближе и доступнее. Подрядчиком по этому мосту является знаменитая наша организация, теперь уже наша тоже, Мостострой 11, на счету которой порядка 3000 за всю историю инфраструктурных объектов, в том числе участие в строительстве Керченского моста. У меня нет никаких сомнений в том, что Высокогорский мост будет выполнен с нужным качеством и, скорее всего, мы надеемся, как обычно, у мостостроителей раньше срока. Поэтому я говорю всем удачи, твердой уверенности в том, что в очень скором будущем все мы станем свидетелями тому, как через наш Енисей прямо туда уйдет первый автомобиль. Добрый путь!